где я заанестезировала точку укола. Вот здесь где-нибудь. И сделаю я канюли. Ну, такое вот было желание. Я сначала просепарировала, чтобы равномерно лег филлер. Ну, здесь вот хорошо просепарировать. У некоторых пациентов так, у некоторых можно не сепарировать. И начинаю вводить. Я ввожу микрокапельно. Вообще нет, вот тонкие полосочки, конечно, да. Приподнимешь, да? Можно приподнять. Сейчас я вам буду показывать. Вот, например, я разворачиваю канюли, губы, и, в принципе, практически то же самое, что и его делаю. Вот сейчас я, например, хочу немножко развернуть. Да можно развернуть? Чуть-чуть даже хочется, губы. Так. Вот я их разворачиваю, да, я на границе. Сначала границы. Ну, конечно, да, немножечко здесь даю объем. Если я буду глубоко вводить, я получу один эффект. Я иду поверхностно, видите? И это будет совсем другой эффект. Здесь сейчас я опять иду поверхностно, видите? Ну, конечно, у меня не визуализируется канюля, но все равно видно, что я не в глубоких слоях. Выкладываю. Я делаю акцент именно на передней части губ, потому что здесь хорошее расстояние между комиссурами, мне их не надо никак не увеличивать ничего. И мне хочется контур тоже сделать. Я, например, могу канюли даже контур сделать. Я сейчас пойду поверхностно. Где тут у нас контур? Видите, практически светится у меня канюли, видите, беленькие. Дохожу до арки Купидона. Здесь тоже у нас какой-то фиброзис. Ну, вот так дошла. Сделаю наивысшую точку. А как правило, коррекция верхней губы требует более пристального внимания и большего количества препарата. Ну, такова вот анатомия, уплощается больше верхняя губа. Да, и на нее делаем как раз акцент. Но здесь важно не сделать утиные губы, да, такие, которые выпирают некрасиво. Вот это некрасиво. Я здесь делаю микрокапельки по контуру, то есть не линейно ретроградно, а микрокапельки. Почему? Ну, так лучше лежит препарат, и красивее будет. Микрокапельно прямо в контур. Ну, если канюли. Вы можете линейно ретроградно. Вот, вот видите, какая губа интересная стала. Недостатком объема была левая сторона, и я обхожу вот этот рубец и заполняю там, где депрессия, там, где недостаток. Еще я проведу линию для выравнивания поверхности, ну и для исполнения все-таки. Посмотрю, все ли тут у нас отсепарировалось. Если я не отсепарирую, то будут комки.